Национальное исследование качества образования – это общероссийская программа по оценке качества среднего образования. В Лечебсинской школе номер 5 по решению органов исполнительной власти проводится национальное исследование по химии в 10 классах. В нем включены задания, выявляющие владение основополагающими химическими понятиями, теориями, умение использовать химическую терминологию и символику. Диагностическая работа рассчитана 90 минут. Обязательно присутствие организатора и независимого наблюдателя. Количество учащихся в 10 классах составило 28 человек. Все условия для проведения исследования были соблюдены как учащимися, так и организаторами.